Около половины американских военных уверены, что в скором будущем они примут участие в серьезных военных действиях. Другими словами, военнослужащие США думают, что Америка находится на пути к Третьей мировой войне. Такие данные в виде результата опроса опубликовал американский военно-информационный портал Military Times. Если вы переживете курс молодого бойца, вы станете оружием, посланниками смерти, молящимися о том, чтобы началась война. Как известно, новой отправной точкой для глобального обсуждения вероятности начала Третьей мировой войны считается история с отравлением в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мировое спокойствие по-прежнему под угрозой, поскольку этот конфликт между Россией и Лондоном до сих пор не разрешен. Напротив, версия Москвы о беспочвенности обвинений Британии пошатнулась об откровении лиц, которых Англия назвала подозреваемыми по данному делу. И вопрос даже не в том, какая у них была причина посетить Солсбери, а в том, что они, как стало известно позже, подходят под описание сотрудников ГРУ. Действительно, в этой истории очень много непонятного. Так, Петров и Баширов, они же Чипыга и Мишкин, появляются на телеэкранах всей страны сразу же после выступления президента. Ну, ничего там особенного и криминального нет. Они гражданские? Гражданские, конечно. Это вы? Да, это мы. Солсбери? Да. Прекрасный город. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. После того, как ребята пропиарили на всю планету достопримечательности Солсбери, президент вновь коснулся этого дела, сказав, что к фигуре Сергея Скрипаля СМИ незаслуженно уделяет слишком большое внимание. Он просто шпион, предатель Родины, он просто подонок. Вот и все. Вслед за этим представитель МИД России в эфире одного из федеральных каналов во время дебатов по вопросу об отравлении Скрипалей сказала, что вина России в этом деле не доказана, и озвучила один из главных для нее вопросов в этом инциденте. А еще мне интересно, где Скрипали? Если сложить все эти факты, то может получиться ужасающая картина. А именно, Россия причастна к неудачному отравлению Сергея Скрипаля и разыскивает его, чтобы завершить это преступление. А всю операцию контролирует президент. Собственно, вполне возможно, что в умах американских военных, которые участвовали в опросе, именно такое мнение о нашей стране. Советский Союз считает, что ядерная война возможна, и что он понесет в ней минимальные потери. У него есть все средства для нанесения удара по нашим ядерным установкам. Однако ситуация может оказаться не так проста, как кажется на первый взгляд. Если, например, посмотреть на нее с точки зрения элементарных человеческих слабостей. Ежели Бога нет, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек и управляет. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? Жесткий ответ президента о личности Скрипаля свидетельствует лишь о том, что он, как любой нормальный человек, не любит предателей. Раздраженность представителя МИД говорит о том, что она уже устала отвечать на одни и те же вопросы, дискредитирующие нашу страну. В свою очередь, шокирующие данные опроса американских военных свидетельствуют о том, что граждане США очень восприимчивы к правительственной антироссийской пропаганде. К слову сказать, последнее также делает это не со зла, а для того, чтобы оправдать недавнее увеличение расходов американского оборонного бюджета. Реально все в мире понимают, что от новой мировой войны никто не выиграет. Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Под воздействием эмоций людям свойственно совершать ошибки. С одной стороны, их подавление может негативно повлиять на здоровье человека. А с другой стороны, поддавшись эмоциям, человек, как правило, совершает то, о чем он может пожалеть в будущем. Поэтому ни одной стороне не следует спешить делать громкие заявления о вероятности очередной мировой войны. Раскачивать лодку под названием «Планета Земля» очень опасно. Если подумать, то все не так плохо. Мы уже живем в мирное время. И я думаю, это прекрасно. Жизнь скоротечна. Уделяйте внимание тому, что вам на самом деле важно и интересно. Расстраиваться по мелочам не стоит. Потому что если даже на самом деле начнется Третья мировая война, то об этом мы уже точно никогда не узнаем. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют. Если вы за мир и считаете, что в интернете слишком мало позитива, то вам просто необходимо подписаться на канал «Обо всем с юмором», чтобы быть в курсе последних важных новостей. И не только. С долей авторского юмора. Будьте счастливы. Спасибо за внимание. Пока.